Дамы и господа, шоу, названное в честь Гарольда, поскольку он ни хрена в нем не делает, а только придумал название. Итак, встречайте, домашнее вечернее шоу Гарольда и его ведущий Лоу Файный Берри. Здравствуйте, привет, здравствуйте, спасибо, 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 что смотрите нас в очередной раз. Да, настало время шоу, да, верно, верно, спасибо, спасибо. Окей, простите за такой долгий перерыв, мы потихонечку возвращаемся с отпусков из Саратова, да-да-да. В общем, пока все еще закрыты границы, мы будем открывать границы вашего разума. Срочные новости, челябинский студент попал в телевизор, отрубив себе голову. Собственно, почему я начал колдовать? На одном YouTube-шоу не заработаешь, поэтому гадание Таро, гороскопы, заговоры, привороты, подвороты, порчи с глаза верну бывшего. Лоу-файное колдовство, звоните лоу-файному Перри. Спасибо. Спасибо, спасибо. Ой, о боже. Спасибо, спасибо. Знаете, нас сильно беспокоят наши рейтинги. Наш лейбл существует уже полгода, и мы решили проверить, как идет работа над продвижением наших артистов. Мы вышли на рынок, и за большую сумму денег мы купили таргетированную рекламу и килограмм скумбрии. У нас есть подозрение, что скумбрия была подпорчена, а таргет плохо настроен. Мы решили в этом разобраться. Мы опросили среднестатистических граждан нашего городка с целью узнать, дошла ли до них информация о наших артистах или нет. И прямо сейчас встречайте новая рубрика с Гарольдом под названием «А это кто еще нахрен такой?» Зацените! Guten Tag, с вами Гарольд, в эфире рубрика «А это кто еще нахрен такой?» И сегодня мы опросим граждан нашего города, знают ли они артистов с нашего лейбла. Побежали! Скажите, скажите, вы знаете Muffin Store? Whoa, нет. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау! Извините, вы знаете Cat Mint? Чего? Cat Mint, это группа такая. Не-не, не знаю ничего, не-не-не. Здравствуйте, вы знаете группу Cat Mint? Нет! Знаешь Cat Mint? Let's go! Побежали! Извините, вы знаете... Let's go! Побежали! Здравствуйте, вы знаете группу Cat Mint? Sorry, а нет, извините, у нас тут капучино с зефирками. О, можно мне стаканчик? А, сейчас. Эй, знаешь, знаешь, Cat Mint? Эй, эй, я тебя спрашиваю. Пожалуйста, всего пара вопросов. Здравствуйте, вы знаете группу Dancing Shake and Mike Machine? Да я уже 15 лет как здесь Dancing Shake. Здравствуйте, вы знаете группу Cat Mint? Нет, нет, Cat Mint. Cat Mint. Оу, побежали. Эй, вы знаете Muffin Store? Нет, это Оппи Мандельс. Оппи Мандельс. Погнали! Здравствуйте, вы знаете Cat Mint? Cat Mint? Это что? У меня случай был. С другом на рыбалку едем, сидим, выплываем на лодке, плывем. Туман опять же стоит, ничего не видно. Это окунь на килограмм где-то упал реально. Окунь такой упал. Побежали! Эй, парни, вы знаете группу Dancing Shake and Mike Machine? Да, это мы, здорово! Вау, вау! Значит, у нас ТикТок теперь есть, мы первая в Челябинске ТикТок-рок-группа. Круто, круто! А еще у нас новый альбом скоро. А ты что скажешь? Пол — это лава! 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4. Знаешь группу Катминт? Нет. Друзья, если кто-то знает группу Катминт, напишите нам в комментариях. Просто их отец ищет. Вот так вот выглядит. Ушли за грибами неделю назад, не вернулись. Если кто-то знает, где они, где их новые альбомы, когда будут следующие концерты, просто пишите в комментариях. Ребята, куда вы пропали? Спасибо, спасибо. Благодарю. Собственно, да, да. Друзья, сейчас важный момент. У меня есть новости касательно моей семьи. Готовы? Господи, как это волнительно. У меня родился сын. Да, да, спасибо, спасибо. Да, у меня сын. Да, да, спасибо. Да. У меня родился сын. О, посмотрите, какой милах. Мы назвали его Майкл. Милый маленький Майкл, не правда ли? С женой так нервничали. Такой, такой сложный был период и такой прелестный малый. И знаете, я теперь отец. Ну, понимаете, сложно совмещать все эти съемки, командировки, шоу. Что ж, настало время отказаться от того, что все это время было неважно. Да, да. Поэтому, как нормальный, среднестатистический отец, я выбираю работу! Это домашнее вечернее шоу от Garden Adventure. Поехали! Друзья, часто ли вас мучает жажда творить? Такая же жажда мучает наших африканских гостей. Впервые в нашей студии африканский исполнитель, диджей и автор Dark Ambient проекта под названием MC, мистер Уга Чака. Да, они здесь. Копье мне в ухо. Да. Да. Ребят, вы приехали из диких африканских джунглей к нам на уральское шоу. Чем обязаны? Мы приехали по обмену, у нас сейчас сессия, зачем-то пораньше отпустили, вот мы у вас. Класс, вам выделили общежитие? Да, но там такие условия, насекомых, ёбнешься. То есть чувствовали себя как дома? А еще они даже не выполнили наш райдер. А что было в вашем райдере? Кровь девственниц. Ха, не успели, да. Что ж, расскажите про вашу музыку. Что значит ваше творчество? Что вы хотите донести людям? Пожалуйста. Многие артисты своей музыкой стремятся затронуть человеческую душу. Мы же стремимся ее завладеть. При всем уважении, мистер шаман из Танзании, но звучит надуманно. Переселение души, крики страха. О, Господи, его душа пересяда, да насрать. Фух, гора с плеч. Надеюсь, и вы почувствуете такое же облегчение после просмотра нового гипнотического, забирающего ваши души клипа группы MC, который вы увидите прямо сейчас.
Если после просмотра этого клипа у вас не осталось души, поставьте лайк под этим видео, и она к вам вернется в течение 3 рабочих дней. Спасибо, 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 спасибо группе УУУМС, спасибо Мелани. А сейчас прогноз погоды от всевидящего ока, друзья. Прошу! Здравствуйте! Это прогноз погоды от всевидящего ока, друзья. Вот и наступила осень, а это значит, что пора закупаться зимними сапожками, готовиться к холодам и появлению Антихриста. Да, Антихрист не появляется летом, у него тоже отпуск. В Египте по-прежнему плюс 36, а в аду плюс 37 и действуют купоны Биглиона. Поэтому думайте, куда покупать путевки этой осенью, ведь ад никогда не закроет своих границ. К другим новостям. Параллельно вселенной закончился сыр. Беларусь обещает наладить поставки через пространственные дыры. И помните, если ваш третий глаз плохо открывается, не стоит отчаиваться сразу. Возможно, вы всего лишь азиат. Это был прогноз погоды от всевидящего ока. Смотрите в оба! Спасибо, спасибо всевидящему оку за все, что он там увидел. И да, так, что у нас тут? А я смотрю, у нас новый гость. Это андеграундовская художница из нашего городка. У нее есть свое уникальное видение. Зацените, что она делает. Встречайте, Соня Чудомище! Да, да, она прямо тут. Да, ребята, да. Воу, а вы все время в творческом порыве. Ну-ка покажи, что у тебя там. А что это еще за хер? Что, серьезно, я... Да, собственно, что касается хейтеров. Мы нашли ребят у себя на районе, которые так сильно ненавидят наше шоу, что они создали рэп-группу специально, чтобы писать диссы на наше шоу. Встречайте, Кудус Клан! Окей, ладно, достаточно, да. Что ж, как ваше ничего? Ничего у тебя в штанах. Понятно, понятно. Может быть, лучше поговорим про ваши проекты? Расскажите про свою группу. Вообще, короче, мы сюда пришли не с ним балакать, типа, с чёрчами, да? Мы пришли поставить ваше шоу на место, ок, да? Мы не уважаем ваше шоу, понял, нет? Вся эта броскость, все эти блестяшки, вся эта хрень улавливаешь, ну? Вот этот лоу-файный вайб, типа, да, приалу, вот это дерьмо в натуре, понял? Чё, типа, шоу сосёт, короче, а Real Talk About? И что вы собираетесь делать? Мы собираемся надрать жопу. Пожалуйста. Я наполню свою ванну вашими слезами.
подставляет свой зад. Засранец, красный, мой нос красный, понюхал яйца, опасно, мой член бластер, шотган, ясно? Красно, твой нос красный, понюхал яйца, опасно, мой член бластер, шотган, ясно? Ладно, я так понимаю, по правилам мне нужно вам чем-то ответить, верно? Ну что ж, помянем молодых, мать твою. Жопу вас! Я так понимаю, что металлоискатели на входе не работают. Спасибо большое. С нами была группа Кудус Клан. Спасибо. А наш следующий гость, прошу, встречайте наш следующий гость. Да что ж ты, черт? Ты же упал замертво. Упал замертво, у тебя в штанах. Туер Слейтер. Доктор, ну как он? Показатель стабилизируется. Ему повезло, что это был игрушечный пистолет. Доктор, он что-то пытается сказать. Что он сказал? Он сказал... Check you later. Да, check you later. Прервемся на это. Если инспектор говорит вам, что на следующем перекрестке нужно делать разворот, то его делать не нужно, его уже сделали. Журнал «Разворот». Хочешь узнавать про события тусовки людей Челябинска? Читай! Ты уверен, что он порвался? Загугли, что будет. Солнышко, я уже загуглил. В группе Гарольд Эдвенча написано, что мы просто можем купить новый стикер. Да, но... Ты кончил в меня? А. Стикеры Гарольда. А. Какой же сложный выпуск выдался. Душу украли, хейтеры объявились, прострелили башку, жена подала на развод. Боже мой, друзья, какой тяжелый день. И знаете что? Это конец третьего выпуска домашнего вечернего шоу от Гарольд Эдвенча. И кто там закрывает наше шоу сегодня? Серьезно? Что? В смысле? Он согласился, что ли? Вы правда его уговорили? Боже мой! Я думал, он... Окей, вы хоть догадываетесь, кто нас сегодня закрывает? Друзья, встречайте! Стив Пол Тейлор! 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 Стив, я хочу тебя, детей Пол Тейлор! В связи с тем, что мы потратили слишком много эфирного времени на объявление Стива Пола Тейлора, вы увидите его домашний музыкальный лайв в ускоренном формате. Это было домашнее вечернее шоу от Gareth Adventure. Check you later!
Не смотрите сцену после титров, и ничего. Эй, Перри, что делаешь? Смотрю лайв Стива Тейлора. А мне покажешь? Sitting in the park of the bug, baby, it's summertime. Writing songs with hugs, baby, it's summertime. Oh, why did you lose your mind in wintertime? Why do you cut off all your hair? Why do you burn your books in record time? Why do you scare off those who care? You're surfing like a pro in the summertime. You're always on the know in the summertime. You're always on the flow in the summertime. You're always on the go in the summertime. Oh. Wintertime we had a plague and civil war. Springtime was a buzzkill and a drag. Now your addiction's done, your face is full of sores. And now I've got brand new sunny days. Barbecues and parks in the summertime. Having quite a lark in the summertime. Kayaking in creeks in the summertime. Dancing next to sheep in the summertime. Oh. Thoughts of suicide in rented cars. Nor games of death knocking at my door. Nor fights and nor knives and no more scars. Nor trap and nor metal core. Beach boys on the beach in the summertime. You're always out of reach in the summertime. Send the kids to camp in the summertime. Always damp in the summertime. Beach boys on the beach in the summertime. You're always out of reach in the summertime. Send the kids to camp in the summertime. But nights are always damp in the summertime. Summertime. Перевел и озвучил Глеб Кабаков. Слушай, а кто такой Стив Тейлор? Он Everybody Knows It's Fact, знаешь, песня?
Не, вообще в душе не ебу, кто это. Говно, блядь.